зависимости, кто заедает стресс, кто запивает стресс, кто хочет отвязаться от этих зависимостей, стать помоложе, постройнее. Да, и очень много зависимостей разных, кто выпивает очень сильно даже, да. А вот человек вообще-то без зависимости не может. Есть положительные зависимости и негативные зависимости. Вот я, например, завишу от своей любви к рисованию, или к работе, или к размышлению. Это тоже зависимость. Но как переключаться от негативных зависимостей к воспитанию в себе, быстрому воспитанию позитивных зависимостей? Да, чтобы мы были здоровее, счастливее, чтобы мы зависели от того, что полезно для нас, а не то, что вредно. И вот это очень важно, потому что у нас там будет на вебинаре и гомеопатический алкоголь. Это не алкоголь в прямом смысле, это метафора, но там именно гомеопатия. Ну, вы узнаете, это очень интересно, это так интересно. И вам будет это очень полезно, каждому. Потому что там мы будем подбирать для каждого, как разгрузиться, как перезагрузиться, и как, чтобы вы могли создавать у себя новые черты характера, открывать новые способности. И выходить из условий изоляции. Изоляция бывает разная. Это изоляция в стрессе бывает, изоляция карантина. Чтобы выходили оттуда с новыми творческими качествами и способностями, чтобы создавать себе новые достижения. До встречи, друзья!